Вчера азербайджанские сайты показали церемонию открытия Эрдоганом и Алиевым современного аэропорта Физули, построенного меньше чем за год. Как передает Ахарас, с таким заявлением выступил армянский политолог Гадик Кирян. Очень тяжкие чувства окутывают меня, когда вспоминаю позорные результаты, длившегося годами строительства дороги Север-Юг и связанные с ним коррупционные скандалы. Интересно, как много мозговых форумов потребовалось азербайджанцам, чтобы так быстро построить аэропорт. Отметил Гадик Кирян. Представители армянского общества же не оставили без реакции слова политолога. Да здравствует Алиев, который прожил все эти 30 лет как патриот и мужчина. Этот человек обещает и исполняет свои обещания, а не выставляет ложный патриотизм на улице. Написал один из комментаторов, и Кирян согласился с ним. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.